Нанести средства ухода на все лицо недостаточно, считают косметологи. За кожей вокруг глаз ухаживать надо отдельно. Там у нас самая чувствительная и тонкая кожа. Поэтому морщинки начинают появляться вокруг нашего зеркала души уже в 20-25 лет. Чтобы дольше оставаться юными, нужны специальные флюиды, крема или сыворотки. В состав средств должны входить такие ингредиенты, как гиалуроновая кислота, нативный трехспиральный коллаген. Если мы хотим осветлить темные круги под глазами, то в составе могут быть экстракты растительные и, допустим, янтарная кислота для осветления. Одно из самых актуальных сегодня средств для ухода за кожей вокруг глаз – это патчи. Пользоваться ими тоже следует правильно. Патчи выбираем по проблеме, то есть если нам надо увлажнить кожу, то это будет в составе гиалуроновая кислота. Если нам надо осветлить, то значит подбираем с нативный трехспиральный коллаген и в составе янтарная кислота. Патчи бывают гидрогелевые. Гидрогелевые патчи наносим с утра в домашнем уходе на 15 минут, как маска получается. Бывают коллагеновые. Коллагеновые патчи мы используем во время процедуры для ухода за областью вокруг глаз. Косметолог советует использовать в домашнем уходе за кожей вокруг глаз минимум два средства. Утром нужно нанести крем, а за пару часов до сна – сыворотку. Это поможет нам забыть об отеках и встретить новый день открытым взглядом.